«Динамо Энергия» снова играет на домашнем паркете. В среду ивановские баскетболистки провели первый матч очередного тура первенства Суперлиги 2 с командой «Шахты». На сегодняшний день позади у «Динамо Энергии» четверть сезона. Пока шестое место таблицы. В середине, но задачи амбициозные. Как в прошлом году результаты нас не устроили, поэтому летом было проведено усиление команды, девчонки провели дополнительные сборы, выезжали. В общем-то, задача стоит тройка. Понятно, что она тяжело осуществима, но надо ставить самые амбициозные задачи, только тогда их можно решить. «Шахты» – сосед «Энергии» по турнирной таблице. У команды соперника тоже 3 победы и 5 поражений. Так что в этом матче на кону не только заветные очки. Разыгрывается строчка в турнирке. Мотивации и решимости хватает обеим командам. А вот спортивной удачи ивановскому клубу, видимо, не хватило. С первых минут гости завладели преимуществом в счете. Хозяйки паркета оказались в роли догоняющих. Вся надежда была на вторую половину игры. Очень сильная команда, и, конечно, пока они свежие, защита у них очень хорошая, но у нас каждый бросок очень тяжело дается. Поэтому пока уступаем, но в целом, я думаю, равная игра, все впереди. Ровный состав игроков и сильная скамейка не помогли ивановкам обойти соперниц. В этой игре «Динамо Энергия» уступила команде «Шахты» 59-70. Но впереди еще один матч тура. Точку в спортивном противостоянии баскетболистки поставят в четверг. Матч начнется в спорткомплексе «Энергия» в 18:00. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.